По предварительной оценке, сюда свалили десятки самосвалов бытового и строительного мусора. От дороги около сотни метров, и из-за зарослей почти ничего не видно. Если бы не заметили вовремя, свалка разрослась бы до промышленных масштабов. Но в начале июля свалку обнаружили. Сейчас подъезд к ней преграждает чуть ли не противотанковый ров и бетонные заграждения. Подстраховка от новых набегов. Сейчас действительно навели порядок, выполнили предписание надзорного органа в установленные сроки. Также следует, хотелось поблагодарить неравнодушных жителей городского округа Мытищи. Работа системная, потому что, сами видите, близость Москвы, опять же, то есть, ну, завозятся строительные отходы. Наша главная задача – пресечь и добиться устранения и порядка. С 1 июля началась акция «Охота на свалку». Работает специальный штаб, который возглавила Татьяна Витушева, главный государственный административно-технический инспектор Московской области. По сути дела, объявлен особый режим по выявлению и пресечению несанкционированного сброса мусора, особенно в лесах. Фиксация на мобильные телефоны и молниеносная передача информации о нарушителях может подорвать многолетнюю порочную практику частных грузовых перевозчиков. Это должно выбить незаконную почву из-под их ног. Уже сегодня свалок становится все меньше. На территории городского округа в настоящий момент более 30 свалок и очаговых навалов мусора. Только за истекший период июля 2018 года ликвидировано более 20. По остальным работа ведется, и они будут устранены в ближайшее время. Вычистить пригородные леса задача вполне посильная. Главное – не отворачиваться от фактов хамского поведения экологических хулиганов. Сбрасывая мусор, они засоряют весь наш дом. Сергей Берзин, Денис Корнев. Информационная программа «День».